Всем привет! Мы с вами продолжаем обзор проекта VPP Energy. И давайте с вами разберемся, как работает платформа. В ближайшее время будет реализована Global Green Energy Platform и VPP Exchange Platform. Итак, первая платформа Global Green Energy Platform позволит покупать электроэнергию по оптовым ценам и откроет множество других возможностей. Вторая VPP Exchange Platform откроет доступ к токенам, которые напрямую связаны с энергетикой. Здесь их можно будет покупать, продавать и обменивать при, соответственно, необходимости. Последний и ключевой кит этой компании – это следующие инновационные идеи. Будет создана электростанция, давайте также откроем, посмотрим на них, которая будет производить от 1 до 2,5 мегаватт в час электрической энергии. Данная станция требует лишь одного – подключения к водоснабжению, представляете, да? То есть поставили станцию, воду подключили, все работает. Производство энергии будет производиться из природного газа, который минимально загрязняет природу. Сейчас разрабатывается решение, благодаря которому вы оплачиваете электроснабжение своих домов можно будет после 2 лет активного использования, благодаря чему каждый человек сможет отключиться от коммунальной компании, которая предоставляет ему энергию. Соответственно, подключили воду, заправили газом и работаете. Дизайны, видите, на данный момент пока есть 3, но думаю, по желанию как бы сделать окрас под ваши нужды не составит никакого труда, конечно же. Особое внимание хочется уделить, конечно же, тому, где может применяться данная мобильная станция. Это магазины, дом, частные дома, школы, отели и так далее. Соответственно, все это предоставляет нам проект VPP Energy. Предоставляет уже сейчас, а не в каком-то обозримом будущем, может быть. Соответственно, рекомендую ознакомиться с данным проектом, задать вопросы членам команды и получить на них соответствующие ответы и уже принять решение о том, будете ли вы частью этого проекта или нет.